Отличная приправа, горлодер на зиму без хрена, ее легко заготовить на зиму, получится острая закуска ко всем мясным блюдам, берите на заметку. Для приготовления вкусного горлодера на зиму понадобятся спелые помидоры, острый перец и чеснок. Для сегодняшнего рецепта хрен не пригодится. Также удобно, что можно использовать помидоры любого размера, хоть крупные, хоть мелкие, овощи все равно будут измельчаться в мясорубке. Острая закуска готовится быстро и без хлопот, любой сможет повторить в домашних условиях. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. Подготовьте ингредиенты для приготовления горлодера на зиму. Промойте помидоры и нарежьте дольками, срезая плодоножки. Нарежьте кусочками острый перец и почистите чеснок. Все овощи перекрутите через мясорубку. Подписывайтесь и ставьте лайки. Всыпьте соль и перемешайте. Закуску выложите в чистые банки, из данного набора продуктов получается примерно 2 банки по 250 грамм. Закрутите банки крышками и храните горлодер до зимы в холодильнике. Приятного аппетита! Жду ваших лайков и комментариев. Обещанный список ингредиентов. Помидоры 500 грамм, чеснок 20 грамм, перец чили 20 грамм, соль 3-4 грамм. Количество порций 2. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх и спасибо за просмотр. Всем добра, заходите еще.